Когда гуляют вместе, мужчина и женщина должны быть в определенном месте друг от друга. А где должен гулять девушка от мужчины? Добро пожаловать в советы Батлера. Все правила по этикету протокола родились несколько столетий назад. Они были созданы, чтобы отличать богатых от бедных. Богатые хотели себе показать лучше, чем бедные люди. Девушки всегда были самым главным, потому что они рожали и воспитывали детей. Мужчины были обязаны защищать своих жен. А в этот момент пистолеты пока не были, поэтому они использовали сабры, которые вешали слева. В случае опасной ситуации, мужчина достал свой сабр, чтобы защищать свою жену. Но когда сабр был в левую сторону, единственное безопасное место для женщины – это был в правую сторону. Если нет, тогда он, может быть, отрезал кусок от его жены. С самого начала все правила по этикету протокола, когда они родились, каждый любой важный человек стоит право от мужчины. Самый главный человек, девушка, либо самый главный гость, должен всегда быть справа от мужчины, либо от гость, который, человек, который приглашает этот гость. На столе тоже, например, когда мужчина с девушкой сядет, девушка, в принципе, всегда должна садить в правую сторону. На этот правило, конечно, есть несколько исключений. Самый известный – это на улице, когда мужчина с девушкой гуляет. Мужчина тогда всегда будет между девушкой и опасная зона, как, например, дорога. Вот в какой сторону девушка должна гулять. В нашей рубрике «Советы Батлера» каждую неделю мы даем новые детали из профессиональной жизни Батлера. Подпишитесь на наш канал и нажмите на колокольчик. Мы с удовольствием ответим на все ваши вопросы. Любите, что вы делаете. До скорой встречи.